Билл Бёрр. Все вы люди одинаковые. Дамы и господа, Билл Бёрр! Ну ладно, спасибо. Спасибо, спасибо, сэр. Как дела? Как поживаете? Ну хорошо. Ну хорошо, хватит. Ну-ка все, тихо! Мне нужен ствол. Серьезно? Без него никак. Я никогда не думал об этом, пока не переехал в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес просто развращает тебя, понимаете? Перенаселенный, хотя в нем даже никакого водоснабжения нет. Верно? Доллар падает. Это дерьмо просто приходит тебе в голову ночью, ты просто сидишь и думаешь, да что я буду делать, если зомби придут? Верно же? И начинаешь читать про все это дерьмо. Запаситесь немного порошковой едой, посадите цукини, постройте ветряную мельницу. Верно? Ну, конечно, все это пригодится. Без этого никак, но если ты не умеешь драться, то ты только и делаешь, что поставляешь свои продукции самому крутому парню на районе. Верно же? Просто подумайте об этом, что я буду делать, если какой-нибудь чувак перевернет меня вверх тормашками и станет вытряхивать золотые монеты из моих карманов? Мне нужен ствол! И вот я уже в пути, верно? В Рино. Великий оружейный город. И вот захожу в небольшой оружейный магазинчик, так? Захожу, там за прилавком Redneck стоит, я ему такой: друг, хочу приобрести ствол. И он мне такой: я понял тебя. Что конкретно ты ищешь? Что хочешь? Мосберг, который под 357-м магнумом, верно? И он начинает говорить об оружии на своем сленге. Так? Я ни хера не понимаю. Просто хочу, чтобы все прошло спокойно. Я чувствую себя как тёлка, потому что вообще не знаю про оружие. Блин, да что я здесь вообще забыл? Ах, черт, знаешь, давай на чистоту. Слушай, чувак, я ничего не знаю про оружие. Оно меня пугает, но я волнуюсь насчет зомби. Окей? А чувак такой: тебе нужен дробовик. Тебе нужен дробовик, чувак, у него отличный разброс. Он легко заряжается, в нем нет лишних деталей, и у него отличный разброс. И он не может остановиться. У него отличный разброс. Я такой: да что это значит вообще? Он такой: ну тебе не нужно быть метким. Отличный разброс. Чем дальше стоишь, тем больше херни ты подстрелишь. У него отличный разброс. У тебя появилась проблема с той стороны, тебе даже не надо прицеливаться. Ты просто разворачиваешься, бух, и все. Больше там никаких проблем нет. Все, что хоть как-то отдаленно напоминало проблему вот здесь, больше не существует. Поверь мне. А люди вон там, они только что видели, что ты сделал. И у тебя больше нет проблем даже там, понимаешь? Все, вплоть до этой черты. Ты решил все вопросы одним выстрелом. Эти начинают умчить, перекинул пушку на бок, бух, и все. Отличный разброс. Я там стою и ржу. Чувак, слушай, я просто хочу стрельнуть в кого-нибудь. Не хочу потом стены отмывать. Понимаешь? Переписывать свой диплом. Оформлять на себя парализованного ребенка какого-то знакомого, понимаешь? Я просто хочу стрельнуть в кого-нибудь. Вот как насчет вот этих вот пистолетов? И парень начинает заводиться, как типичный реднек, типа такого: а ну хочешь пистолет, будь тебе пистолет. Не, ну знаешь, я просто 20 лет работаю. Значит, стрельнуть в кого-нибудь хочешь, а? Я такой: что проблема с пистолетами? Я скажу, что не так с ними, дружище. Ведь жизнь. Жизнь — это не кино. Сейчас. Я говорю: нет, не понимаю, так что, может, перестанешь со мной общаться с загадками? Просто скажи мне то, что хочешь сказать. Я же тебе уже сказал, что нихера не знаю про оружие. Давай, не тяни уже, ну. А, ну хорошо, ты же видел в кино героев, которые пах-пах-пах убивают трех человек. Ну так вот, в реальной жизни, чувак, ты, блядь, промахиваешься постоянно. Ты промахнулся много раз, и твой маузер уже пуст. И ты теперь просто стоишь с большим степлером в руках. Ну и что ты будешь делать? Я такой: да хуй с ним, я беру дробовик. И только он начал все упаковывать, я ему говорю: да погоди-ка. Я живу с девушкой, не могу же я прийти домой с дробовиком. Верно? Обычно домой с такой херней не приходят. Блин, если бы я нашел этот табурет на дороге, я бы не тащил бы его домой, глянь. Мы можем его отполировать, можем выцарапать на нем наши имена, весело проведем время. И тут я прихожу с дробовиком. Эй, смотри-ка, что я принес, а? Один ствол тебе, другой мне. Нет. В общем, она была категорически против подобной херни. Пока однажды кто-то не залез в нашу машину, которая стояла у проезжей части. Ее потом будто, блядь, подменили. Так? Она начала читать про оружие. Понимаете? Она читает о нем слишком много, поскольку тоже хочет его. Но при этом она такая: ой, я слышала, что пуль нужно хранить в сейфе, а рукоятку в гараже. И что потом? Я буду бегать по дому, чтобы все это собрать? Пока какой-то мудак будет гнаться за мной с топором?
Понимаете, мне придется с этим разбираться, милая. Буду бегать такой, где сейчас преступник? В гостиной, он в гостиной! Нет, забудь про это, я хочу пригвоздить этого уёбка пулями прямо к стене спальни, прямо там. Я спрячу СВО в рукав пижамы. Типа такого. А иначе никак. Когда обсуждают тему оружия, доходит до смешного, понимаете? Люди либо обеими руками за, либо категорически против. Они просто с катушек слетают и начинают кричать. Или начинают кидаться статистикой. Знаете, шансы на то, что вас застрелят, возрастут на 80%. Стоит вам завести себе пистолет. Да ладно! Я, наверное, заряжу его, буду принимать с ним душ, типа так... Блять, да я знаю, что это опасно! Если у вас на заднем дворике бассейн, то у вас возрастают шансы утонуть на заднем дворике. Так? Раньше вы никогда в него не залезали, ну вот вы стали на помост, и нате вам! Не, говорю вам, я на эту херню не ведусь. Статистика пиздецки тупая вещь, понимаете? Но не сама статистика тупая, а то, как люди ее применяют. Вы и так накрутили себя, затем идете на сайт яправ.ком, начинаете забивать всем этим свою голову и изрыгивать эти данные на людей. Один парень хотел научить меня плавать под водой с аквалангом. Я ему сказал, не, не хочу, чтобы меня сожрала акула. А он мне, ну вообще-то, в 9 случаях из 10 акулы нападают на людей на мелководье. Да бля, что, правда? Ведь люди там и купаются. Знаете, это называется пляж. 90% людей там просто скачут вдоль берега. Не то что плавающие европейцы. Поплыли до Исландии, сыкуны вы! Так ведь? Ну, не знаю. Знаете, я люблю Лос-Анджелес на самом деле. Я один из немногих выходцев с восточного побережья, которым тот нравится. Все мои друзья-дебилы из Нью-Йорка, из Бостона приезжают сюда и пытаются заказать жирную пиццу в 4 утра. У них не выходит, они такие, блядь, ну чё за дыра? Тут все не так, как у меня дома. Зачем туда вообще путешествовать, если там все будет совсем по-другому? Блядь, как же это тупо. Купи себе буррито и пройдись пешком. Что с тобой? Ты же не поедешь на Гавайи и крикнешь, здесь нет хоккейной коробки, ну и жопа! Хотя, знаете, есть единственное, что приводит меня в ступор. Здесь, в Лос-Анджелесе, это повсеместная пластическая хирургия. Не пойму я её. Зачем люди делают себе пластику, понимаете? Чё просто не признаться себе, что все кончено? Понимаете? Время вышло! Перестань пытаться быть ебабельной в 50 лет. Это ужасно. Все эти лица с натянутой кожей. Они аж блестят, верно? И я уже не говорю, что они сами этого не понимают. Верно? Зачем вы делаете подтяжку лица? Может, сперва взгляните на других с подтянутым лицом и увидите, что их изъяны все равно остались? Понимаете, это так ты хочешь выглядеть, будто бы тебя избили 3 дня назад. Не будь героем, оставь это занятие другим. Расслабься, блять, откинься назад в кресло. Переведи дух. И людям нагло лгут. О, я знаю, смотрится здорово. Немного льда сюда, и результат появится через пару недель. Давай, всего хорошего. Господи, какого хуя мы натворили? Мы же все сделали правильно. Мы что-то забыли? Ой, и ваши ключи, да, конечно. Ага, едва вас узнаю. Вы так умолодели. Ага, удачи, удачи. Она уже ушла? Так, избавляемся от всего, срочно. Срочно! Не, вы психи. Не торопитесь, все просчитайте, и только потом туда, блядь, идите. Геройство тут ни к чему. Понимаете? Посмотрите на пересадки волос. Они сейчас даже наполовину себя не оправдывают. Видел мужика по телеку, который говорил, ой, блин, жаль, что я не сделал этого 10 лет назад. Да и молодец, что не сделал. 10 лет назад они пришивали людям руки и ноги к голове с помощью степлера. Помните это? Ваши глаза бы наполнились слезами, если бы видели то, что они сделали с волосами. Это что? Это что, моя сона? Я вижу лишь какую-то сосну. Раньше они зажимали вашу голову со словами «Не двигайся!» и использовали пистолет для гвоздей. «Не двигайся!» И к концу дня чувак уже такой «Да ну нахуй это! Ебись на конем!» Жаль, что ты не пересадил волосы 10 лет назад. А тебе не жаль, что ты не заболел полиомиелитом 60 лет назад? Что еще есть в вашем списке сожалений, сэр? Знаете, отъебитесь уже от своего лица. Окей? Я еще понимаю липосакцию. Они все высасывают, чтобы ты мог футболку надеть. Верно? Не бывает футболок для лица. Кого они пытаются надуть со своими тупыми... Понимаете? А потом вы врете себе. Я просто сделаю потяжечку вот здесь, уберу лишнее вот здесь вот. Да нет же. Ты просто натрешь воском крыло своего автомобиля.
Вот и все. Все остальное выглядит так же дерьмово, может просто слегка изменить капот. Ну и потом багажник. Вот и все, что происходит. А потом ты смотришь на этих настоящих домохозяек с их перекошенными лицами. Ёбаные идиотки. Они выглядят как... Да, они идиотки. Я выгляжу на 20? Нет, ты выглядишь жутко. Ты пиздец как жутко выглядишь. Ты по-прежнему выглядишь на 50, просто не могу понять точно, насколько. Потому что я такой возраст никогда не встречал. Никогда не встречал столько, блять, блеска. Словно ты открыла новый возраст между 52 и 53 годами. Да. Народ, нет ничего плохого в свои 52 выглядеть на 52. Верно? Тебе же 52, ты же не собираешься трахаться, верно? Что бы вы выбрали? В свои 52 выглядеть на 52 или в свои 52 быть похожим на 20-летнюю гадюку? Верно? Собственно, только такой выбор у вас и есть в данной ситуации. И знаете, что больше всего смущает во всех этих подтяжках лиц? Как правило, эта беда касается только белых. Понимаете, я ни разу не видел черного с подтянутым лицом. Ну разве что семейка Джексонов. Но они все там сумасшедшие, верно? Ведь отец заставлял их весь день репетировать и спать в камине. Всю ночь репетировали, а ну залезайте, ублюдки! Ни объятий, ни поцелуев. Его лицо сморщилось после 50 лет крика: «А ну, пой, пидорас!» Да, их можно понять. Эй, а знаете, почему столько беляков делают подтяжки? Люблю это слово, хочу его вернуть. Забавное словечко, беляш! Знаете, почему столько белых делают подтяжки? Потому что мы не знаем о лосьоне. Видели? Засмеялась только половина из вас, хотя должны были все. Да, но многие из вас такие подумали. Ну, и что там за лосьон? Про какой такой лосьон ты говоришь и в чем его магическая сила? Для справки поясню, лосьон можно носить на любую часть тела, не только на член. Да. Никогда не задумывались, почему ваш хер до сих пор прям как новенький? А при этом все остальное стало напоминать азиатского пирата. Просто вам нужно увеличить охват использования лосьона. Верно же? У тебя кожа повсюду. Так вперед, пробуй! Да кожа вашей ступни похожа на русло реки, высохшей миллион лет назад. Это не часть естественного процесса старения. Вы просто усохли. Я вас не упрекаю. Никого не упрекаю. Я сам открыл для себя лосьон только в 33 года. Никогда им раньше не пользовался. Помню, как как-то встречался с черной девушкой. Она готовилась к вечеру, растирала эту херню по всему телу. Просто измазывалась. Я сперва подумал, что у нее сыпь какая-нибудь. Я ей говорю: «Че, аллергия? Что с тобой? Все хорошо, нет?» Она мне: «Да ничего, просто не хочу быть пепельной». «Пепельной?» Она такая: «Ну, сухая кожа». Я такой: думаю, я ее немножко разозлил, потому что я в ответ такой: она такая: «Ну, белые тоже бывают пепельными». Я такой: «Ну, знаешь, я думаю, что нет». Да, я прожил 33 года, и никто мне ни разу не говорил: «Эй, Бел, ты немного какой-то пепельный». Я даже это слово впервые услышал только от тебя. Она мне: «Идиот, вытяни свою руку». Я вытянул, и она нежно провела своими ногтями по ней. И начал идти дым, сразу начала спадать чешуя, следы от ногтей. Она будто расписывалась на руке. «Видел? Вот это и называется пепельный». «Ты пепельный?» «Я прям аж офигел, твою мать, я пепельный!» Я про это даже знать не знал. Я знал только то, что всегда чешусь, когда наступает зима. Не мог понять, в чем дело, я всегда чесался зимой. Какого хера я все время чешусь? Я подумал, что это из-за грязного полотенца. Сперва я так и подумал. Я сменил его на чистое, и сейчас-то будет все нормально, конечно. Принял душ, вытерся, и снова начал чесаться. Черт, блядь, ненавижу зиму. Видали? Вот поэтому нужно тусоваться со всеми. Да. В мире слишком много информации, какая-нибудь группа людей обязательно что-нибудь доупустит. К примеру, белые пропустили семинар по использованию лосьона. Когда-то давным-давно. Не знаю, может быть, все это от того, что мы этого не видим? Понимаете? Когда черные становятся пепельными, то выглядят так, будто прислонились к доске, списанной мелочи того. Понимаете? Они все видят. А если не увидят, то именно это аккуратно укажут их друзья. Блин, да посмотри на свой пепельный локоть, пидорас! Это что с тобой такое? Верно?
Мы пропустили эту хрень, как и черные пропустили целый саммит по теме регистрации своего оружия. Верно? Они просто были не в курсе. Число рэперов, которых взяли за незаконное хранение оружия, просто не укладывается у меня в голове. Зачем вы с собой так делаете? Хотите записать альбом по телефону, что ли? В этом все дело. Ну не знаю, это, наверное, новый аутотюн типа того, не знаю. Сердце кровью обливается, когда я смотрю на это. Я сразу думаю, боже, был бы у них хоть один белый друг. Был бы у него хоть один белый друг в группе, который спросил бы, а эта штука зарегистрирована? Ты что, с ума сошел? Избавься от него. Избавься от него. Да, это незаконно. Да за это, блядь, сажают от 3 до 5 лет, чувак. Чувак, как ты мог этого не знать? Вот в чем вопрос. Как, блядь, ты мог этого не знать? У ребят просто лежала незарегистрированная пушка в машине. Думаешь, нам бы позволили свободно кататься с ней? Просто нелепо. Понимаете, к чему я веду? Не нужна вам эта подтяжка лица. Окей? Кончай бухать, больше бегай. Пользуйся лосьоном, и все будет в порядке. Окей, не верите во все эти мифы. У черных кожа не трескается до брехня. Они все пользуются лосьоном каждые 20 минут, каждый день. Это просто нелепо. У них дома стоит целая цистерна этого лосьона. Каждое утро, проснувшись, они ныряют в нее, отряхиваются и идут на улицу, сверкая ослепительным блеском. Блеском! А белые парни вроде меня хоть такие безбашенные, пошли поплаваем под парусом. И втыкаются лицом прям в песок. Кстати, о трезвости. Я стараюсь измениться, народ. Отказываюсь от всякого бухла и прочего такого. Стараюсь больше не пить, знаете? Не знаю, с чего это? С возрастом твоя башка, блядь, становится больше. Продолжаешь бухать, а голова становится похожа на смесь голов Алекса Болдуина и Джона Траволты. И вы этого не замечаете. Каждый раз, когда вы чистите зубы, посмотрите в зеркало, вы увидите, что голова становится чуть крупнее. А вы все бухаете, пропущу еще одно, верно? А потом один прекрасный день вас фотографируют на телефон, где ваша рожа на 15 сантиметров больше других. Вам кажется, что это пустяк. Может, вы просто наклонились поближе, потому что вам было хорошо. А потом на фотографии выходит таким, блядь, да! Я завязываю с этой херней. Я пытаюсь чинить всю херню в доме. Убиваю этим все свое время свободное. Сижу просто трезвый. Просто жесть. Вы не представляете, как долго тянется год, если быть трезвым. Это просто, блядь, пытка. Я начал учиться чинить вещи в доме, верно? Моей девушке это не по душе, по ее словам, я не сдержанный. Понимаете? Она такая, ну знаешь, когда у тебя что-то не получается, ты психуешь, бьешь кулаками по стене, собака начинает трястись. Мне кажется, затея не самая удачная. Ты же комик, знаешь, ты должен рассказывать шутки, он сантехник, ему трубы чинить, верно? А я пытаюсь ей объяснить, что вспышки ярости — это неотъемлемая часть процесса починки любой вещи. Верно? Но все же так делают. Ты покупаешь... Да, верно. Покупаешь мебель в Икее, уже собрал ее наполовину, и ты такой... Блять, да куда эту хуету? А, вот сюда. Вот сюда. Ну, дорогая, я просто ее не увидел. Я не увидел ее. Что, сама хочешь все собрать? Ты хочешь, ну так собирай это! Собирай эту поебень по частям, сука, блядь! Схема сборки неправильная! Блядь, куплю другую мебель! Куплю обязательно! Куплю 5 штук, блядь, и сломаю 4 из них, если захочу! Давай не учи меня жить! Ну давай, езжай к своей маме, мне насрать! Господи, ну и про что ты ей расскажешь? Вот про это же, да? Не про то, что я все ебаные счета плачу, да? Что значит я не прав? Что значит я не прав? Да я это даже не тебе говорил! Я говорил вот с этой ебучей хуйней! Я говорил это вот этой хуйне! Я знаю, что говорю. Можешь не повторять, окей? Я знаю, что я сказал, да. Я над этим работаю. Поняла? Слушай, ты думаешь, я хочу быть таким? Думаешь, мне самому нравится так вот психовать из-за какого-то ебаного стола? Это не настоящее. Я таким стал, ясно? И пытаюсь справиться с этой херней. Просто не надо говорить под руку, знаешь, ты тоже косячишь, тоже всякую херню творишь. Так, ну я думал, ты уже к маме едешь. Это просто жесть. Не люблю я психовать, мне от этого, блядь, не по себе. Понимаете? Ну я не знаю, все девушки, с которыми я встречался, пытались меня изменить. Через какое-то время это начинает бесить, понимаете? Ой, как будто вы не выходите из себя из-за ебаных туфлей. Да? Так к чему я все это? Я устал от этого лицемерного образа идеального мужчины. Найди такого. Сходи в ресторан Applebee's и дай мне знать, когда найдешь такого.
Хорошо? С меня довольно. Я работаю над собой всеми силами, и тут ты встречаешь какого-то мистера все время спокойного в ебучем спортивном, блядь, костюме. Так? Ну так поживи с таким некоторое время. Дорогая, я дома. Как-то? А? Ну пробка была просто жуть. Я чуть не вспылил, но слава богу, у меня с собой была кассета с аудиокнигой, а? Путешествие Гулливера. Всегда классика. Только классика. Вот такого мужика ты хочешь, который даже в спальне ведет себя не как все? Всегда занимается с тобой любовью в позе миссионера. Люблю тебя, твои волосы словно океан. Никогда не знаешь, когда он повернет тебя и уткнет лицом в подушку. Это же, блядь, псих, мать его. Верно же? Да не, она права. Она всегда права. Я правда работаю над этим. Ненавижу психовать, понимаете? Может, это наследственное. Может быть, из-за места, откуда я родом. Я всегда на нервах. Понимаете? И мой отец был таким же. Он был самым крутым человеком из всех, кого я знал. И он тоже психовал. Стоило чему-то сломаться в доме. Через 5 минут после начала починки он начинал ныть насчет своего брака. Вот умор он был. Он смотрит на поломку такой: «Да господи, ну ты только глянь, а!» «Черт, Билл, подай-ка мне эту долбанную отвертку! Клянусь богом, не пойму, нахера я только, блядь, женился!» 13 чертовых лет этой херни! Какая же ты стерва, женщина! Ты все эти годы была стервой! Подай-ка вот эту фанеру! Любой другой давно бы уже ушел! Любой другой бы давно уже ушел! Это была одна из его коронных фраз. Любой другой бы давно уже ушел, и ты, блядь, даже не понимаешь, какого хорошего мужика отхватил, дорогуша! Когда я был маленьким, я думал, что он псих. Но потом я повзрослел, понимаете, начал встречаться с девушками и понял, что, ну, у этого мужика есть чему поучиться. Да, мысль он выражал не самым деликатным способом. Буду честен, порой я завидую тому, как мой отец иногда разговаривал с моей мамой. Понимаете? Куда подевались эти женщины из прошлого, с которыми можно было бы встречаться, а? Почему перестали производить этих ангелов? Которые просто понимали, что они здесь ни при чем, которые просто терпеливо сидели, пока ты выпускал пар. Какая же это роскошь? Верно же? У тебя весь день все валится из рук, и ты приходишь домой, выплескиваешь все, что накипело на другого человека. Как прошел твой день? Как, блядь, прошел твой день? Я весь день принимаю решение! Убери от меня детей и уже, черт подери, дай мне что-нибудь выпить. Опять ты ревешь! А теперь появилось поколение эмансипированных, так? И мне приходится сидеть и выслушивать все их истории. Да просто кошмар. И самое страшное, это когда они тебе рассказывают историю, ты пытаешься их слушать, но не можешь вникнуть в суть их болтовни. Ну, короче, я должна была пообедать Дженнифер. Я уже наготове, прихожу туда, она там со Сьюзен. Она знает, что я терпеть не могу Сьюзен, потому что я выгляжу как дерьмо, а вот Сьюзен ходит на фитнес. И в этот момент у тебя голова как у новорожденного младенца, и ты пытаешься... просто удержать ее. Понимаете? Ну не получается. Пытаешься сосредоточиться, но не получается. И ты начинаешь просто пялиться им в рот. Да неужели она еще не заткнулась? Это просто, блядь, невероятно. И она такая: ми-ми-ми, ми-ми-ми. И потом я был там, я уходил как на второй план. Ми-ми-ми-ми. И ты начинаешь задумываться о своей жизни, верно? И нахрена я перебрался в Небраску в 28 лет? Блядь, да что на меня нашло? Все только начиналось. И тут я слушаю голос. Тон повысился. Понятно? А, блядь, это был вопрос. Ну хорошо, а что тут делать? Тут не скажешь «да», не скажешь «нет». Надо сказать что-то внятно, типа «ну, бля, и что тут поделаешь? Ну что поделаешь?» Всякое случается, иногда просто бывает так, а вот так и сяк. Иногда просто приходит время... А, ничего. Не хочу выставлять своего отца каким-то психом. Мой отец самый крутой мужик на свете, но... я его понимаю, хоть он моя полная противоположность. Я, знаете ли, немного тщательнее спланировал свою жизнь. Поэтому я так и не женился. Никогда я не задумывался об этом. Мысль об этом приводила меня в ужас. Мне казалось это неподъемной ношей. Я видел, сколько семей распалось. Если у вас появляется ребенок, то с вами происходит это странная ситуация. Будете воспитывать существо, которое наполовину похоже на тебя и наполовину на того, кого ты раньше любил, а теперь хочешь выбить всю дурь из его башки. Верно? Ты с ребенком на прогулке и говоришь ему такой: «Сынок, подвинь чуток вправо, чтобы я мог...» «Пап, я хочу смотреть на тебя!» Это жесть! У моего отца все было наоборот. Он влюбился, женился, обзавелся 5 детьми. 5 детьми! К 33 годам! Тогда еще не было ни Опры, ни доктора Фила.
ни куриного супа, и все ради ебать, у меня 5 детей, и я так и не состоялся в жизни. Все это давило на него, содержание всех этих детей. Врать не буду, через каждые 3-4 дня он приходил в ярость, буквально на ровном месте. Передай, пожалуйста, соль. Да ёб твою же ж мать, твою-то мать! Бум, пинал дверь! Выжимал третью передачу на машине к моменту, когда дорога уже заканчивалась. А мама всегда делала одно и то же. Закрывала за ним дверь, поворачивалась и глядела на нас такая... Да он сумасшедший. Совсем с ума сошел. Чего это с ним? Через 8 часов он вламывается без всяких извинений, ужин уже на столе. И стоило ей приготовить не то, как он начинал орать. Да господи, ну и херню ж ты приготовила! Ну, не знаю. Думаю, я буду хорошим отцом. Да. 100 пудов. Не, я все продумал. Наконец-то я хочу иметь ребенка. И мне кажется, в этом нет ничего сложного. Серьезно. Одна часть меня уверена в этом, а другая приводит в ужас людей, у которых есть дети. Понимаете? Когда тебе говорят, херню тебе такой, чувак, ну ты просто не представляешь, как это трудно. Но я на это отвечаю, ну у меня же есть собака, так что... Разве есть разница? Блядь, да как можно сравнивать, блядь, ребенка с собакой? Можно! Я только что сравнил и сделаю это снова. У моей собаки 4 ноги, у твоего только 2. Что еще? Если твой кого-то укусит, это действует только на время. Можешь сразу ставить на место. Ставки растут. Не, я думаю, что смогу. Смогу вырастить ребенка. И знаешь как? Просто чаще играй с ним в мяч. Не такое уж сложное дело, чувак. Именно так и нужно расти детей. Играй с ними в мяч. Просто говорите с ними о жизни. Отвлекайте их путем бросания мяча. И они сами не заметят, как их головы наполняются вашими теориями. Так ведь? Не воспитывайте их по старинке, как делали ваши родители, садясь напротив вас. Расскажи, как прошел твой день. Кто-нибудь предлагал наркотики, что-нибудь узнал о сексе. Да ты такой, блядь, ты меня просто бесишь. Дай спокойно пирог доесть, верно? Нет, просто позовите его во двор, начните играть с ним. Вот и все, просто поговорите с ним о жизни. Что, сынок? Не, в церковь мы не пойдем, нахуй надо. Да это все херней пиздеж. Бог повсюду, но я должен пойти именно туда и увидеться с ним, серьезно. И он будет зол на меня, если я не занесу туда денег. Да пошел он нахуй. Это ж просто тупость. Нелепо. Все здесь, верно? Не там, а здесь. Они пытаются отнять это у тебя. Творишь хорошие дела, тебе хорошо. Творишь плохие дела, тебе плохо. Понимаешь? Если только ты не социопат и не чувствуешь себя дерьмово. Понимаешь? Тогда у тебя в квартире висит кто-нибудь вниз головой, обмотанный скотчем, понимаешь? Слушай, если ты делаешь что-нибудь типа такого, я хочу, чтобы ты знал, что можешь прийти ко мне. Да. Приходи ко мне, исповедуйся во всем, и мы сходим в участок и все им расскажем. Да, я сдам тебя полиции. Тебе, блядь, не сериал «Декстер», ты что, спятил, что ли? Симпатизировать герою сериала про убийцу. Он убивает только плохих людей. Послушай, я знаю, да, мы с мамой в последнее время часто ссоримся. Но, знаешь, я люблю ее. Я люблю ее очень сильно. Это странно, я люблю ее, но когда вижу, как она ест тост, я просто хочу придушить ее. Не знаю, что это, но каждый раз она так, слева, справа, потом посередине. Почему бы не разрезать его пополам и только потом, блядь, съесть? Понимаешь, о чем я? Поверить могу. Знаешь, именно в этот момент ты и понимаешь, что встретил ту самую единственную, когда хочешь выбить из меня всю эту херню, но не делаешь этого. Понимаешь? Ты хочешь уйти от нее, но не можешь. Есть ли что-то, что, блядь, просто держит тебя. Верно? Так что пока не встретил такую, не зацикливайся ни на ком. Вот и все, что нужно знать. Пока не встретил, надевай презерватив. И, знаешь, трахайся направо и налево. Тогда у тебя не будет кризиса среднего возраста. Только маме, блядь, не говори о том, что я тебе это рассказал. Да. Таков мой план действий. А знаете, у меня есть собака, но это ничего ни для кого не значит. Я никогда этого не понимал. Я люблю свою собаку, но... Я многое понял, будучи владельцем собаки. Любая собака — это хорошая собака, только если ты не псих. У меня питбуль. Прекрасная собака, но только пока ты, блядь, спокоен. Как следствие, я нервный. А значит, моя собака — готовая машина для убийств. На протяжении последних 6 месяцев, понимаете? Раньше я не знал, что собака улавливает твое настроение, понимаете? Если ты спокоен, то и они спокойны. Если ты спишь, то и они спят. Но если ты психопат вроде меня и орешь на арбитра, когда смотришь телек, «Чувак, блядь, да ты издеваешься!» Я заметил, что сидевшая в углу собака такая, «Да, ты чё, блядь, издеваешься?»
Это просто пиздец. Я не знаю, что этот парень так злится, но я люблю его. Он меня кормит. Это что, все из-за двери? Ты злишься из-за двери? Да, я и подумать не мог, что тем самым накачиваю свою собаку. Я был полностью погружен в свой мир, сидел за компьютером, он завис, и я такой: «Да ну нахер, да ладно!» Собака сидела в углу с игрушкой в зубах такая. Я никогда раньше не обращал внимания на ее злобное выражение лица. И однажды я ее слишком накрутил, и без задних мыслей вышел на улицу ее выгуливать. И навстречу шел какой-то бедолага, и собака такая: «Попался, пидорас!» Она вцепилась в него, я начал ее оттаскивать. «Чувак, прости, прости, мужик! Раньше она ни на кого не бросалась!» Понимаете? А сам смотрю на собаку: «Ты чего?» А собака такая: «А? Неплохо я уделал это, сучонка, а? Я люблю тебя, ты меня кормишь, я тебя понимаю. Как ты сумел увидеть его с такой дали, а? У тебя зрение намного лучше моего, офигеть!» Понимаете? И потом я стал переживать из-за своей собаки. Я начал думать: «Блядь, неужели все питбули такие психопаты? Я просто в шоке!» Так? И это тоже совершенно ненужные мысли для вашей собаки. Они их улавливают, верно? Какой-то чувак на улице идет ко мне навстречу, я начинаю думать: «О, блядь, она снова на него бросится! Вот, блядь, вот, блядь!» А собака смотрит на меня такая: «Что, блядь? Что, блядь? Его? Его?» Кидается на еще одного чувака. Я оттягиваю с криком: «Да господи, чувак, прости!» Строго смотрю на собаку, она просто хочет облизать меня, понимаете? Чуваки, однажды она так сбрыкнула, чуть-чуть не загрызла садовника. Серьезно? Да, и поэтому я отвел ее к тренеру. Загрузил ее в Toyota Prius и повез туда, так? Да, у меня Prius. Наезжайте на меня. Обожаю эту херню. Если у тебя Prius, людям, знаете, не угодишь. Если у тебя огромный GPR, то все говорят: «Ну, наверное, у нее маленький хер». Да? А как знать? Может, у него хер свисает до земли, поэтому ему нужен такой клиренс. А? Знаете что? Если у того парня маленький хер, то у меня с Приусом просто огромный хер, верно? Хотя по логике моих друзей я педик. Чё это? Но тем не менее. Погодите секунду, я утрусь. Короче, блядь, привез я эту собаку к тренеру. Открыл заднюю дверь автомобиля, появился тренер, кепка задом наперед, бородка, большие штаны, карго, знаете такие? Огромная футболка и все такое. Я подумал: «Да этот парень просто псих». Смотрю на собаку, та начала его оценивать. Я такой: «Отлично, он с ней справится». И тренер говорит мне: «Когда будете давать мне собаку, видите, что туго держите поводок. Никакой слабины». Я такой: «Да без проблем». И как-то я проебал момент, слегка ослабил хватку, и собака вцепилась парню прямо в яйца. Ну, почти. Она их чуть не задела, оторвав огромный лоскут его штанов карго. Он хватает поводок и кричит: «Убирайтесь, убирайтесь теперь!» Инстинктивно я пытался, конечно, помочь. Он меня: «Ну давай, съебывай отсюда!» Да, я и не понимал, почему моя собака так себя вела. Все потому, что я был рядом, и ей казалось, что меня нужно защищать. И едва я ушел, ситуация резко переменилась. Так? Собака присела такая: «Слушай, я думала, мы с ним заодно, мы типа как бы друзья, а ты вроде как плохой парень, а в итоге, знаешь, он уехал, я не могу накормить себя, хочешь, будем друзьями?» Да, я вернулся через 4 дня, собака лежала у его ног. Он гладил ее по животу, она играла с его козлиной бородкой. Он мне говорит: «Подходите, присаживайтесь. Почему бы вам не уделить своей собаке целый день, а?» Тут же я начал ощущать эти первые 48 настроений. Они хлынули на меня. Я такой: «Чего? Я и так его выгуливаю каждое утро». А он такой: «Ну хорошо, хорошо. И вы делаете что-то особенное на прогулке?» Я засмеялся: «Ну, знаете, она срет, я за ней убираю». Он такой: «Эй, полегче. А в какие игры вы с ней играете?» Я: «Ну, не знаю, в конце прогулки. В награду я разрешаю ей самой подняться по лестнице». Я кричу: «Давай, Клео!» Отпускаю ее на лестницу, через 5 секунд бегу за ней. Забегаю в дом, начинаю с ней бороться. Зажимаю ее, хватаю за передние лапы, мы начинаем бороться. Все такое. Она же хвостом виляет. Она не рычит, это же хорошо, да? Он такой: «Нет, это ужасно, блядь». Я такой: «Почему?» Он говорит: «Потому что вы научили собаку каждый день врываться в дом и биться каждый, блядь, день после прогулки. И неудивительно, что теперь она пытается напасть на почтальона, понимаете?» Я расстроился: «Погоди-ка, дружище, ты хочешь сказать, что я не могу играть со своей собакой?» Он такой: «Да, конечно, можете играть, но вы должны помочь ей выпустить энергию наружу. Проблема в том, что вы заряжаете свою собаку, вынуждаете собаку корчить рожу Майкла Синглтери. И когда вы на прогулке, даже если вы расслаблены, собака думает, что находится в тоннеле стадиона Роузбоул. Но сейчас мы устроим шоу! Сейчас мы кому-нибудь жопу-то надерем!»
Да, вот поэтому я и начал пытаться контролировать свой гнев все из этого ёбаного питбуля. Что ж, я не знаю, моя девушка, она готова переехать ко мне, думаю, я тоже к этому готов, но... Show the one, знаю, говорю, ты херь в сотый раз. Да. Она прекрасная девушка, просто я не люблю ее влечение реалити-шоу. Она смотрит все эти тупые шоу, где в зал сажают 10 шлюх, и из них кто-то выбирает себе жену. Так? Она смотрит, как жирухи ноют по поводу мороженого Фаджиклс. Эти крокодильи слезы, я даже иногда халат не успеваю одеть и начинаю есть, есть его без остановки, ем вместе с палочкой, хоть и знаю, что она деревянная. И она начинает плакать вместе с ними. Иди спрыгни со скалы, жирное ты уёбище! Да, как же она меня бесит. Не, слушайте, я врубаю ящик не для того, чтобы лить слезы. Мне нужны развлечения. Мне нравится, когда они спотыкаются на беговой дорожке и на полной скорости врезаются в стену. Что-то типа современной модификации средневекового оружия. Обожаю это! Все эти душераздирающие шоу. Мы буквально деремся за пульт, она смотрит шоу «Вторжение». Вам оно нравится, а? Вам нравится? Боже, оно прекрасно! Шоу про то, как распадаются семьи. И в чем же здесь развлекуха, когда они показывают фотографии до... Задолго до ужаса она была такой красивой, королевой выпускного, все ее любили. А потом показывают ее лежащей в яме. Я отсосу, хуй! Я тебя отсосу! Я тебя отсосу! Не, мы с ней буквально воюем. Знаете, чем она сильнее всего меня взбесила? Однажды она смотрела шоу «Взгляд», рубрику «Аргументы в пользу бедных». В ней говорили о домашнем насилии. Да, в 9-миллионный раз за этот год они обсуждали домашнее насилие. Ну так, просто на случай, если зрители забыли. Понимаете? Ну, совершенно случайно. Знаете, а то некоторые люди не знали, что нельзя проламывать дверь шкафа головой жены. Из-за того, что она как следует не протерла консервный нож. Понимаете? Блять, да он же заржавеет! Так ведь? Как вы могли не знать, что не стоит заниматься такой херней? Неужели эту тему нужно снова поднимать? Кто? Это как будто избиватели жен будут такие: «Ох, ты ж, блядь! Теперь-то я понял, милый, иди ко мне, я тебя обниму, не плачь, давай, ладно!» И в конце передачи они делают логичный вывод. Нет никаких оснований бить женщину. Никаких оснований, чтобы бить женщину. А я такой: «Вы что, серьезно? Я могу назвать 17 оснований, не отходя от кассы!» Разбуди меня в пьяном ступоре, я все равно назову минимум 9! Мужики, есть масса причин бить женщину, просто вы этого не делаете. Но сидеть вот так и говорить, что нет никаких оснований. Какое же огромное самолюбие кроется в этой фразе. Вы что, дамочки, парите над землей? Никогда не капаете нам на мозги? Женщина, а сколько раз в неделю у вас возникает желание въебать своему мужику, а? Каждый день! Ну вот, пожалуйста. Каждый день. Но вы же этого не делаете, верно? Блин, чуваки, меня это просто бесит. Нет никаких оснований. Серьезно? Никаких? А как вам это? Вы женитесь на девушке, влюбляетесь, покупаете ей дом. Пашете на работе каждый день, платите за дом, приходите домой, она трахается с соседом. Вручает вам документы на развод, вы обязаны съехать, спать, блять, на диване и все равно платить за этот дом, который достался ей. Никаких оснований. Я не утверждаю, что бить нужно обязательно, но причин для этого, блять, просто дохуя. Применительно к этой истории. Ну ладно, это было гипотетически. Хотите жизненную историю? Я вам расскажу, окей? Я травмировал свою ногу, учась играть на барабанах и делать бас-ритм с той же скоростью, что и Джон Боттомс. Потому что я понял, что можно этим заняться, когда тебе 43 и ни разу не женаты, без детей. Я понял, что это ключ к успеху, верно? Мне как раз этого и не хватало. В общем, не знаю, зачем я этим занялся, но после где-то часа игры моя нога болела так, будто стадо карликов тыкало ножом по ступне. Будто из моей ступни извергались молнии. Я поступил, как любой парень, не поеду я в больницу, за ночь и так пройдет. Ё-моё, все будет хорошо. На следующее утро нога разболелась еще сильнее, а мне еще эту бешеную собаку выгуливать. Но я не могу этого сделать, у меня нога болит, и я начинаю будить девушку. Милая, 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 сделай мне, пожалуйста, одолжение, погуляешь с собакой вместо меня? Просто подержишь поводок. Я погуляю с ней после обеда, а ты погуляешь с ней сейчас. Выручишь меня? Она такая: «Знаешь, я вчера поздно легла, я устала, мне предстоит тяжелый день». Я такой: «Да и хуй с тобой!» Она такая: «Что значит хуй с тобой? А почему ты просто не сказала нет?»
Зачем ты все время устраиваешь мне пытку своими 20-минутными объяснениями, которые так или иначе будут значить «иди ты нахуй». Просто скажи «нет». Я такой, ковыляя из комнаты, «да пофигу, спи, у тебя ж тяжелый день, да?» Я ковылял весь такой по улице, приговаривая, «блин, да что за пиздец?» Собака рядом со мной такая... Должен признать, я немного инфантилен. Правда, я слегка инфантильный. Знаете, я стал размышлять о своих отношениях. Да что это за отношения? Ты творишь все, что тебе захочется, а мне хуй, да? Круто, теперь я буду делать то, что я захочу. Я буду слушать свой iPod на полной громкости и разгуливать по дому. Я так и сделал. Врубил его на полную и начал ходить мимо нее, будто ее вообще не знаю. Она вошла в гостиную, я смотрел сквозь нее, словно это привидение, чтобы разозлить ее. Хотел ее взбесить, и знаете что? Чары подействовали! Да, я повесил свое пальто, обернулся в тот момент, когда она уже орала на меня. Но музыка была настолько громкой, что я не только ее не слышал, смотрелось так, будто она пела ту песню, которую я в тот момент слушал. Это одно из светлых пятен в отношениях. Я знал, что она там говорила. Я такой, да пофигу, оставь меня в покое, не хочу говорить, пойду посижу за компом. Я ковыльнул, сел, и тут она такая, нет, мы поговорим об этом прямо сейчас. Подошла ко мне, пуф, и сшибла наушники мне с головы. У меня большие уши, поэтому мне было больно, блядь. Я ответил, дорогая, оставь меня, поговорим позже. Снова надел наушники, она снова подошла ко мне, пуф, и ударила еще сильнее. Наушники повернулись на 90 градусов. Во мне начал просыпаться неандерталец. Я ответил, стиснув зубы, дорогая, оставь меня, поговорим позже. Я надел их третий раз, пуф, наушники перелетели через всю комнату. И тут я уже не выдержал. Я такой, ну ладно, хочешь поссориться, я тебе это, блядь, устрою. И она мне такая, поговорим попозже, когда ты остынешь. А, вот так. В ту же минуту я хотел закатать ее в коврик для йоги и положить за диван. Пусть полежит, пока не начнется жажда. Выпусти меня. Я на кружок по шитью опаздываю. Я тебя поняла, это уже ни в какие ворота. Не, в этом все и дело. Серьезно, в этом все дело. Я не люблю, когда говорят, что нет оснований. Я не призываю бить женщин. Но говорить, что нет оснований, это же просто сумасшествие. Когда вы говорите, что нет оснований, тем самым вы убиваете возможность разобраться, что сподвигло двух людей на это. Говоря, что нет оснований, вы вырезаете самую сердцевину, оставляя лишь концовку. Как же вы решите проблему, не разобравшись в ней? Посмотрите, как сразу в зале все притихли. Говорю вам, не нужно бить женщин, но почему при этом нельзя задавать вопросов? Все время появляются вопросы к мужчине, но никогда не появляются вопросы к женщине. Почему? Потому что все правильно. Что вы говорите? Что? Потому что все правильно. Что значит все правильно? Это вообще к чему? Вы случайно не идиотка, которая опоздала на половину выступления, будто вы здесь гуляли по залу, не замечая, что я тут, блядь, DVD записываю? В чем проблема? Что не так с вами? Сначала, блядь, вы пропустили все мимо ушей, а потом решили выкрикнуть. И при этом выкрикнуть то, что, блядь, вообще никак к теме не относится. Ответь ему! Ответь ему! На каждом, блядь, выступлении найдется такая! Прямо посреди, блядь, концерта. Мы про избиение женщин говорим, дорогуша? Я думаю, вы подбросили мне еще одну причину. Господи, мать его Иисусе! Обожаю. Я с ней даже не встречаюсь, и все равно она меня пилит. Просто охуеть. Слушайте, я признаю, что бить женщин — это плохо, окей? Но почему при этом нельзя задавать вопросов? Не пойму я этого. Если, к примеру, меня укусит гремучая змея, у вас, парни, разве не возникнут вопросы? Понимаете? Как это случилось? Ты ее не заметил? Ты до нее доебывался? Как ты умудрился разозлить эту змею, что она чуть тебя не убила? Пожарники, потушив пожар, не уезжают сразу же. Они еще и завалы пытаются разобрать. В чем причина пожара? Пропитана бензином тряпка? Верно же? Слушайте, я понимаю, что в итоге выставлю себя невеждой. Я это понимаю. Позвольте мне тогда внести ясность, хорошо? Я понимаю, что есть мужчины-животные, окей? Ужасные люди приходят с завода после тяжелого дня и на ужин требуют рулет из тунца и начинают махать кулаками, окей? Я не пытаюсь сказать, что таких не бывает. Такие бывают, и таких нужно закапывать под стенами тюрем, окей?
И раз уж я признаю это, дамочки, может, признаете, что все эти уёбки к нам не с небес сваливаются? Правда же? Даже в хоккее есть двухминутные паузы для просмотра повтора, так ведь? Даже там понимают, что перед вот этой вот хренью что-то случилось. Вы же знаете? И знаете, каждый случай преподносят, как тогда с Рианой. Тогда сказали, что парень гандон, нахер его, бла-бла-бла, в тюрьму его, но никто не спросил, что было причиной. Я не говорю, что он должен был это сделать, но поймите. Мужики, в глубине души, что, по-вашему, могло послужить причиной этого? Вы думаете, она просто сделала такое, ух ты, Баскин Робинс, не хочешь мороженого? Да иди ты нахуй! Понимаете? Или, может быть, их ссора кончилась непредсказуемым образом, и кое-кто ляпнул какую-нибудь лишнюю херню? Может, она кричала ему выше типичное свое бабское дерьмо? Я ебалась со всеми твоими друзьями, мне похуй! Может, поэтому я продаю свои альбомы лучше, чем ты, пидорас? Так ведь? Но если быть честным, она просто могла сказать, слушай, мне нужен платочек, можно я возьму твой... Ой! О боже мой! Я возьму свой! Да нахуй это! Знаете, к чему это все? Они никогда не понимали, как женщины спорят, и думаю, от этого все это дерьмо и происходит. Понимаете? Признаюсь, мужики, я никогда не понимал, как спорят женщины, но после 20 лет постоянных поражений в принципиальных битвах, в отношениях, до меня наконец дошло, как же они спорят. Позвольте вам кое-что рассказать, сейчас я переверну представление о мире. Я положу начало традиции побеждать. И вот как они спорят, насколько я это понял, окей? Если они правы, они стоят на своем и склоняют к этому тебя, пока ты не встанешь на колени и не извинишься, не попросишь прощения. Хорошо? С этим никаких проблем, все это понимают. Но есть одно но. Если они не правы, они сразу съезжают по мягкой. Они сразу начинают думать о твоих болевых точках, может быть, ты с отцом своим не ладишь, и они начинают варить это злобное зелье, предпринимая отчаянную попытку в стиле «Аве Мария!» Как конкретно, блядь, тебя вывести из себя, что ты обзовешь ее пиздой? Вот и весь фокус. И слово «пизда» возвращает все эти тупые аргументы, которые она привела в начале. Теперь у нас нет оснований называть меня пиздой! И в итоге ты в проигрышном положении, так? Моя девушка знает, что мой самый главный жизненный страх — это состариться, ну, знаете, в одиночестве и жить одному в квартире, при этом ворча на молодежь. «Вырубите это! Это не музыка!» И я заметил, что когда у нее не остается аргументов, она просто такая, «Вот поэтому ты состаришься в одиночестве!» Я сразу такой, падаю в нокаут. И в следующий момент я уже на кухне мою посуду в 9-й, блядь, раз подряд. Вот так вот и закончился спор. Но я же был прав. Что же случилось? И если мое невежество хоть чему-то вас научит, просто знайте, если будете в следующий раз спорить с красивой женщиной, с женой, девушкой, неважно, они все начинают на ровном месте. И ты уже вроде побеждаешь, они снова начинают нести эту билиберду на ровном месте. Просто ловите момент, когда вы побеждаете, окей? Хорошо? Не злитесь, двигайтесь, уклоняйтесь от всего этого дерьма. А может это все потому, что у тебя маленький член? Пропусти это в сторону, держи стойку своих аргументов. Окей? Все кончено. Спор выигран. Просто тяните время, пока не прозвенит финальный звонок. Хорошо? Да! Встаньте у канатов, пусть они растратят всю свою силу. И потом в конце, когда они совсем уже иссякнут, примените их же оружие. Может, поговорим позже, когда ты остынешь? Ну, подумаешь, не будешь трахаться всего пару дней. Да пофигу. Пофигу, подрочишь сам себе. Подрочишь как мужик, это же залп шампанского в честь победы. Вот это я и уяснил. Наконец-то я уяснил, как можно сохранять спокойствие в отношениях. Это случилось пару лет назад, так? Я и моя девушка тогда крепко поругались. В общем, хотите, я расскажу вам про то, как моя девушка дала мне по роже на свой день рождения. Хотите услышать? Дело было так. Ну, по правде сказать, ссора началась где-то за 3 месяца до этого. Где-то в середине марта мы катались по городу. Она увидела бутик с одеждой и такая, «Боже мой, я и не знала, что они здесь открылись! Давай остановимся и зайдем туда!» Ну, я ей говорю, «Похуй, давай зайдем!» Захожу я туда и тут же вижу, что в бутике нет никаких кресел. Я сразу понял, к чему все это. Я буду стоять рядом с ней, если ей что-то понравится, обязательно я это куплю. Да ну нахуй, я в эти игры не играю. Я ухожу в сторону и усаживаюсь прямо под манекеном. Над моей головой свисает какое-то платье. «Сэр, вы не можете просто здесь сидеть?» «Да мне похуй, видите, я сижу!» «Ясно?»
В общем, как-то без меня она находит свитер, который ей приглянулся, окей? По какой-то бешеной цене, где-то баксов 400 или типа того. Но она понимает, что ее день рождения еще не скоро и не может попросить меня купить. Она включает режим манипуляции. Чтобы использовать, чтобы использовать. Жалостное лицо, надуть губы, секс. Не, не прокатит. Знаете, что она сделала? Она включила маленькую девочку. Знаете, она подходит ко мне такая... Я ей, что такое? А она так... Я тут кое-что себе присмотрела. Хотел я было сказать, ну так иди и купи, ты сама, блядь. Она возвращается с кофточкой в руках. Я же говорю, она 400 баксов стоит. Купишь мне это? Нет, не куплю. Нахуй надо? У тебя ни днюха, ни день Святого Валентина. Сейчас вообще середина марта. Зачем тебе это? Наденешь на день Святого Патрика? Да ну нахуй. Не куплю. Ну и потом мы ехали домой, и как-то она вырулила свой аргумент. Не насчет того, что она хотела тот свитер, я ей сказал нет, а типа того, каким тоном я сказал ей нет. И аргумент сразу стал весомее. Я так разозлился, что, подъезжая к дому, сказал ей, чтобы она выходила, я сам умчал подальше на своем Приусе. В общем, так меня все заебало, что пришлось позвонить моей сестре. Позвонил, чтобы проконсультироваться у женщины. Она в ответ рассмеялась. Ты заглотил ее наживку, идиот! И что же мне делать? Ну так вернись в тот магазин и купи этот свитер, придержи его и подари через несколько месяцев ей на днюху. Я такой, блядь, гениально! Гениально! Я ненавижу все это давление ее дня рождения. Все подруги такие, ну и что же ты ей подаришь теперь, что ты это, блядь, свитер, сучки! Вот так. Поняли? Так-то. Прошло 3-4 месяца, настал ее день рождения, я лежу в постели, она просыпается и собралась вечером сходить в какой-то ресторан. Она спросила, ты забронировал столик? Я такой, не, не забронировал, но... Знаешь, у нас все будет хорошо. Она начала беситься. В каком смысле? Сегодня же мой день рождения. Что значит? Ты не забронировал столик. Я говорю, милая, сегодня вторник и разгар кризиса. Да по-любому там будет свободный столик. Так ведь? Она снова взбесилась. А я прокручиваю в голове. Я же купил свитер. Я же молодец, да? И чем сильнее она орала на меня, тем больше я веселился. Но вместо того, чтобы засмеяться в мыслях, я начал ржать в голос, как дебил. Ну, заржал пару раз, и она мне крикнула, ты что, смеешься надо мной? Ты смеешься надо мной в мой день рождения? И чем сильнее она орала, тем сильнее я смеялся, чем сильнее я смеялся, тем сильнее она орала, и злость просто, блядь, перехлёстывала через край. Ну и дошло до того, что она удалилась к заднему входу с криком, ты смеешься надо мной в мой день рождения? Да пошел ты нахуй! Бум! Пинает дверь, сбегает по лестнице. И в этот момент я уже принял позу эмбриона, буквально умирая от смеха, пробираясь к ванной. И вдруг я слышу, она поднималась по лестнице. Врать не буду, на мгновение я даже испугался. Не, серьезно, я был в одних трусах, чувствовал себя уязвимым. Она просто влетает в ванную, и я читаю на ее лице, что вот-вот она мне врежет, окей? А я так тупанул. У меня всегда есть план действий, когда женщина хочет ударить. За свою жизнь я стольких женщин вывел из себя, так что я знаю, что будет дальше. Помните, большинство женщин прямолинейны. Окей, в общем, сейчас будет небольшой тренинг, после этого вы сразу поймете, когда вас хотят ударить. Большинство из них двигаются на месте, и они правши. Поэтому ловите ее руку справа. Это самый ожидаемый прием. Затем ты принимаешь стойку. Идет удар справа. Бум! Ловишь ее за запястье. Затем следует удар слева. Бам! Ловишь удар слева. Это самый важный момент. Сперва идет удар справа, тут же идет удар слева, и тут же делай шаг назад и встань вот так. Поскольку она обязательно попытается пнуть тебя по яйцам. И как только она попробует ударить, обхвати ее... И прижми головой, потому что она попробует вырваться. И затем своим туловищем медленно прижимая ее к полу, при этом шепча, «Какая плиткая! Даже ты ее выбирала? Так классно смотрится с нашими обоями!» Так? Но она меня перехитрила. Она вошла в ванную и придумала новый удар. Она не била ни правой, ни левой. Она летела сразу с двумя кулаками. Я назвал этот удар дефибриллятор, так? Она попала мне в плечо и в область аппендикса, она такая, блядь, фааа, типа того. Я чуть не напоролся на кран смесителя. Но я устоял на ногах, она уже готовилась к тому, что я сейчас куплюсь на это и взбешусь, но нет, я был спокоен. Я ей сказал, милая, кажется, тебе пора на работу. Она не знала, что делать. И она просто ушла. Окей? Села в машину и уехала на работу. А я пошел на кухню, достал немного Cheerios. Уселся и начал смотреть спортцентр. Бля, спустя 3 минуты раздается телефонный звонок. Ну, я беру трубку и слышу там... Привет.
Ну ладно, мы немножечко переборщили. Немножко переборщили, ты чуть не разбила мне башку об смеситель. Извини, я просто была на эмоциях. И в этот момент я начинаю свое, я была на эмоциях. Просто я так сильно тебя люблю. И звоню, чтобы вызвать у тебя припадок. Ну, не знаю. Уж в чем я хорош, так это в проебывании своей личной жизни. Так и есть. Знаете, я боюсь жениться, народ. Но почему, сейчас мужчины не боятся вступать в брак, а? Понимаете, посмотрите на Коби Брайанта, посмотрите, какое дерьмо сейчас с ним творится. Понимаете, парень разводится с женой, ей достанется 70 миллионов баксов. Она в жизни ни одного двухочкового не забрасывала. Понимаете, кто-нибудь может мне объяснить все эти разводы по расчету? Растолкуйте, что это за херня. Жена Тайгера Вудса получит 250 миллионов долларов. Обычная сиделка с четвертью, блядь, миллиарда долларов на руках. Кто-нибудь, объясните, ну-ка, обоснуйте мне. Что, он ей что, изменял? Да мне похуй. Да, мне правда похуй, он ей изменил, отношениям конец. Все, Коби изменял, так ведь? Разве их отношениям не должен тут же настать конец? Почему она еще 3 года сидит на его шее, словно баба-полицейский в ожидании, блядь, пенсии, а? Получает через 10 лет. Ну, не знаю, может, звучит слишком грубо? Эта херня меня тревожит, народ. Мужики, в этой стране какая-то эпидемия шлюх-вымогательниц. И каждый вечер я включаю новости и жду, чтобы кто-нибудь уже обратился с посланием об этом. Каждую ночь, но в ответ тишина. И на каждом концерте я говорю об этих шлюхах, и люди смотрят на меня, будто я рассказываю про снежного человека. Так ведь? Будто я заявляю, что луна состоит из сыра или типа того. Я говорю о шлюхах, народ! Они ж повсюду! Сколько еще? Сколько еще великих мужчин нужно обобрать до нитки, чтобы мы приняли меры? Почему сейчас в ответ такая тишина? Черт возьми, ничего не понимаю. Это что, женщины, вы думаете, что я про вас? Я не называю всех женщин шлюхами, понимаете? Поэтому не воротите нос, не нужно. Если вы мне скажете про мужиков, избивающих жен, мне тоже будет неловко. Я все понимаю. Если парень бьет женщину, его нужно останавливать. Но поймите, шлюхи, вымогательницы, это избиватели жен для мужчин. Да, так и есть. Только после всего этого у нас нет фото, какие были у избитой Рианы. Это не так очевидно. Все читается в глазах. В мимике лица. В писклявом голосе Мела Гибсона на автоответчике. Знаешь, чего мне стоило достать билеты? Верно? Это голос мужика, у которого отняли все, что у него только было. Говорю вам, я завидую женщинам, окей? Не могу сказать, что все ваши проблемы решаются, но хотя бы на них обращают внимание. Знаете? Да для вас есть эти горячие линии по телефону, ленты, специальные группы. И людям не насрать. А случись что-нибудь с парнем, совсем смешно. Какая-то баба отрезала хер мужу, засунула его в утилизатор мусора и включила его. И людям кажется это забавным. Ха-ха, у него был маленький. Да всем насрать. Вы думаете, если парень отрежет девушке сиську и засунет ее в сушилку, об этом будут шутить на следующий день? Да вся страна его в порошок сотрет! Объявят минуту молчания. Все футболисты наденут бандану какого-нибудь специального цвета. И будут носить ее целый месяц. И выберут самый бабский цвет, какой только можно выбрать. На всех моих кумиров сейчас больно смотреть. Арнольд Шварценеггер, еще один великий человек! Еще один великий человек! Его одолела шлюха-вымогательница, которая работала у него горничной. Я не оправдываю его говёный поступок, это вправду был говёный поступок. Почему наказали только его? А как же горничная? Почему в этой истории ее все называют горничной, но ни разу не назвали шлюхой, а? У меня просто в голове не укладывается. Она хорошо ладила с его женой, играла с его детьми, трахнула ее мужа на их же кровати. Да ей прямая дорога в зал славы шлюх, одной из первых. Прямо туда. Но нет же. Как думаете, зачем она с ним переспала? Из-за его прически в стиле 80-х, которая до сих пор в тренде? Из-за огромной щели между его зубов, в которой я могу шнур от микрофона просунуть? А может быть потому, что во всей детской спальне были разбросаны деньги, а? Ну, это ужасно. И мне больно смотреть на мужчин, которые прошли через подобное дерьмо.
Понимаете, и никто не хочет в этом разбираться. Просто, да он идиот, да, он тупица. Это он тупица? Если он тупица, тогда кто, блядь, я? Понимаете? Разве это имеет смысл? Зачем вы это творите? Зачем вы столько добиваетесь, затем все мигом проебываете? Трахайтесь с бабой страшнее, которую я в жизни не видел. Я сам не без греха, это просто к слову, понимаете? Во всем этом есть какая-то своя причина, верно? А знаете, в чем дело? Мне кажется, все дело в его манере говорить. Этот чувак, должно быть, в Трансильвании грузовики разгружал. И весь этот успех должен быть пределом его мечтаний. Но он великий, потому что ему хватило мужества перебраться в Америку и стать знаменитым, поднимая железо. Когда я поднимаю железо, всем насрать! Он поднимает... становится мегазвездой! Его удовлетворила эта слава? Нет, новый вызов! Я стану актером, хотя и никто не понимает, что вообще несу! Вопреки всему, он снимается в фильмах! Ложись там, бомба! Убирайся оттуда! И становится самой главной звездой блокбастеров в истории! И что ты собираешься делать дальше, Арни? Наверное, я женюсь на Кеннеди! Да нихуя ты не женишься на Кеннеди! Бам, он женится! Ну и напоследок, я стану губернатором штата, название которого даже произнести не могу, и он побеждает на выборах! С чего он должен думать, что не сможет отжарить горничную на своей кровати и выйти сухим из воды? Чувак был на гребне волны около 40 лет! 40 лет! Но он увяз в паутине! Отжарить горничную на своей же кровати! Чувак, да это же раз плюнуть! Ты серьезно? Я снимался в культовом фильме с карликом! Мне презерватив даже не нужен! Верно? И случилось вот что. Дым рассеялся. Из всех щелей повлазили тролли и начали осуждать великого человека. Все эти жердяи, старперы, которым с их ставными челюстями ничего не обломится никогда. По телеку такие: его поведение абсолютно непристойно. Какая знаменитость при всем его статусе. Да они хоть представляют, что значит быть искушенным подобным образом. Как будто бы у них есть поклонницы, и они размеренным шагом подходят к своему Mercury Tracer, паркуются по другую сторону мусорного контейнера, небось от толп фанатов отбиваются. Этот парень больше не великий, Терминатор не в счет. Вы на это намекаете, да? Только потому, что он трахнул Элис? Серьезно? Он перестал быть великим из-за этого поступка, а все остальное просто не в счет, да? Кто-нибудь здесь думает, что сможет перебраться в Австрию, выучить язык, стать великим спортсменом и кинозвездой, затем жениться на девушке из королевской семьи и выиграть выборы? Сколько жизней у вас уйдет на это? Я в третий раз пытаюсь выучить испанский с помощью Rosetta Stone, верно? Как я могу осуждать таких людей? Я едва справляюсь с желанием погребовать в Фейсбуке. Мне еще и Тайгера Вудса осуждать? Да, я тоже играю в гольф, но не дохожу до 18-й лунки, меня не преследует автобус, набитый скандинавками, желающим выебать мой мозг. Извините, дамы! Извините меня, жена дома ждет, верно? Меня это убивает. И мужикам ждать помощи неоткуда. Ничто не поможет тебе справиться с трудностями, когда ты становишься богатым и известным. Ничто не подготовит тебя к появлению взвода шлюх, который вскоре объявится на горизонте. Так ведь? Ты словно храброе сердце, раскрашенное лицо, килт надет, ты спускаешься бегом с холма, чтобы плюхнуться на свой член у ног своей жены. Им на это насрать! Никто даже инструкцию про это не написал. Видел я как-то одну статейку на эту тему в журнале Time под названием «Почему успешные, известные и богатые мужчины ведут себя как последние свиньи?» Автором этой статьи была женщина. Все равно, что я напишу книгу «Восьмой месяц беременности, чего ожидать?» Дамочки, вы должны почувствовать давление. Мне-то откуда знать? Вы же не хотите услышать это от меня, верно? Так почему эта женщина рассказывает мне, каково это иметь член? В чем смысл? Вы не представляете, что значит иметь член. Круглые сутки. Давай, давай, трахаться, давай. Вот что он говорит. Давай, давай. Да, давай. Мы поэтому до сих пор и не вымерли. Каждый парень в этом зале запрограммирован трахать 85% женщин, которые здесь находятся. Так? Да, так и есть. Давай, давай, трахаться, давай, понимаете? Просто вы не хотите, поэтому мы и не трахаем, понимаете? Вы не представляете, что это такое держать свой хер под контролем. Какой-нибудь клерк хочет трахать столько же женщин, сколько и знаменитость, но он не может. Ведь шлюхам не нужны жердяи, так ведь?
Но стоит ему выиграть в какую-нибудь, блядь, лотерею, начинается сразу «давай-давай, трахаться, давай!» Понимаете? Откуда ни возьмись, появляется стадо шлюх, которые говорят «я согласна, я отсосу!» «Да, я согласна!» Верно? Нет, ну кто-то должен был это сказать. Хорошо? Хотя на самом деле я не особо-то виню шлюх. Просто мы, мужики, конченые дебилы, что мы творим такое? Зачем мы так усиленно пашем, а потом отдаем все какой-то тёлке, которая всего лишь выпила с нами 3 бокала в ресторане Хутерс? Понимаете? Эти ёбаные лентяйки сыром Дорито меж сисек получают от нас сотни миллионов долларов? Достал эта хуйня. Ну таков закон! 100 лет назад был закон, что я мог избить тебя, блядь, шваброй и сказать «таков закон!» Это же не значит, что я прав. Поверить не могу. И из раза в раз случается эта херня, мы ничего не делаем. Что мы делаем? Одно и то же. Сидим, смотрим Shark Week. Верно? Смотрим эти дерьмовые передачи про яд, который есть почти у всех змей, забиваем головы этой бесполезной информацией. Что делать, если вы оказались один на один с бенгальским тигром? Не смотрите в глаза по сторонам, медленно идите назад, толкая своего друга вперед. Так? Всю эту бесполезную информацию. А у тебя между ног висит штука, которая может уничтожить всю твою империю минут за 7 или даже меньше. Хотя ты, блядь, не подозреваешь об этом. Или того хуже, ты считаешь его своим другом. Да, знаешь почему? Потому что твой член, он как мечтатель. Понимаешь? Он во все верит. Он как мотивирующий оратор. И какую херню ты у него не спроси, он ответит: «Да, да, конечно! Отличный план! Забудь о стратегии! Все будет пучком!» Ну а где твой член, когда тебя поймают? Ну он такой понурый говорит: «Ну, а мне казалось, идейка будет хорошая». Ну, просто уясните для себя, мужики, если бы ваш член был тренером по футболу, он бы никого не останавливал. Он бы только все, блядь, зазывал. Так, ну-ка все, в полную готовность, все поняли? О, она идет, притаились. Народ, вы были прекрасны. Большое вам спасибо, что пришли. Надеюсь, вы получили не меньше удовольствия, чем я. Спасибо вам.